Конституции сейчас сказали за 96-й год, да? Да, мы тоже это понимаем. Это у всех этих трех президентов, что в данный момент у нас есть, и всех туда потом. Да, за грабли сразу. За сдачу госинтереса. Что продали нас, продали наш народ, нашу армию продали. Я действительно... Я а говорю, есть выход, как вы считаете? Вот если мы уже все знаем, то есть ли выход вот с этой ситуации? Выход, конечно. А что вы предлагаете? Ну, вот вы нормальный человек. Вы же выход находите. Вы стоите, улыбаетесь. Вот девушки так же самое. Да. Вот ну, так, а практически? В Донецке стреляют, вы говорите, у нас в Луганской области стреляют. Да ради Бога, ради Бога. Вы знаете, я вам говорю, я столько вот замечаю, не то что замечаю, а на моих глазах это все происходит. Сколько вот таких людей нормальных, как вы. То есть какой нам выход? Ради Бога. Собраться у нас... нормальным людям. Да, всего лишь нас. Я люблю. Приглашаю. Да. Я люблю Украину, я люблю свой народ. Я говорю, что мне честно сказать. Майдан наш... использовать. Майдан использовать для правильного, для истины, для правды. Конечно, вот. Конечно. А Майдан не... не пускают. Кто? Не да, Майдан не спускает. Не спускает. Да, а что, вы поможете? Конечно. Вы что? Это реально, я вам говорю, не пускают. Кого не пускают? Нас пойдемте с вами лично. Сейчас просто, да, воскресенье, когда... Ради Бога, возьмите мой номер телефона. Давайте, я вас...